Прежде чем я вам представлю гостя, прошу вас задать в течение минуты, уважаемые знатоки, ответить на три простых вопроса. Первое. Как вы считаете, сколько сейчас российских бизнесменов находится в тюрьме? Второе. Как вы считаете, сколько процентов из них сидят по делу, а сколько процентов из них, что называется, заказали? Ну и третье. Как вы считаете, а нужно ли в отношении сидящих бизнесменов объявлять амнистию? Собственно, амнистия сегодня тема нашего разговора. Я рад вам представить нашего гостя, который побывал за свою жизнь в разных ипостасях. Он был и работником Министерства внутренних дел, он был государственным чиновником, он был и бизнесменом, причем на руководящих должностях. Ну а сейчас этот человек известен главным образом как один из адвокатов Ходорковского. Я рад вам представить Вадима Клюфганта. Здравствуйте. Вадим Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Рад вас видеть.